Итак, какую же роль в собственном спасении играет человек? Ну, прежде всего небольшая цитата из Максима Исповедника, который говорил, что божественная благодать, сорастворяясь человеческим усердием, спасает человека. С православной точки зрения спасение это синергия, это совместное действие Бога и человека. То есть невозможно только Божьим или невозможно только человеческим действием спастись, но это совместное движение, совместное сотрудничество, совместное действие Бога и человека, когда человек движется по пути обожения. Когда мы говорим об этом движении по пути обожения, то есть несколько вопросов таких традиционных, может быть, приходящих сразу же протестанту на ум. Во-первых, какую роль играет вера в спасение. Прежде всего, вера – это выбор правильного пути. Без веры, как выбора правильного пути, как взаимодействия с Богом, спасение невозможно. И поэтому православные, как и протестанты, могут сказать, мы спасаемся верою. Но спасаемся верою не как абсолютной ценностью, а спасаются они верою в том смысле, что пока человек верует действительно, он надлежащим образом себя ведет, и пока он надлежащим образом себя ведет, происходит процесс обожения, результатом которого, финальным которого является спасение. Что касается дел в православном спасении, что хотя некоторые протестанты почему-то считают, что православные спасаются делами, ну некоторые православные думают, что они спасаются делами, так что тут не страшно, но все-таки в реальности какую роль дела, какую роль исполнения заповедей играет в спасении православного христианина? Здесь картину можно описать следующим образом. Православный человек, верующий православный человек слышит заповеди, и слыша заповеди, он пытается эти заповеди исполнять. Если он пытается исполнять их как надо, и если он при этом человек достаточно честный, он понимает, что он не исполняет заповеди надлежащим образом, это приводит к сокрушению, сокрушение приводит к покаянию. Покаяние приводит к некому э, возрастанию, к некому изменению человека, и он опять пытается исполнять заповеди, и опять сокрушается, и опять кается, и вся его жизнь вращается по вот этому вот кругу из исполнения или попыток исполнения заповедей, и сокрушения, и покаяния. Но когда он вращается по этому кругу, у него создается должное состояние души. И спасается он не исполнением заповедей. Заповеди – вспомогательное средство. Человек спасается а, вот этим вот должным, правильным, нужным расположением души. Поэтому а, вера и сокрушение о грехах, это такие необходимые условия. Ну, исполнение заповедей, вера, сокрушение о грехах. Все это необходимые условия для того, чтобы двигаться по правильному пути. Пока человек исполняет эти условия, верит, старается исполнять заповеди и сокрушается о грехах, он движется в нужную сторону. Если он отказывается от этого, то просто нет движения, поэтому нет и возможности дойти до конца. И чтобы просто прочувствовать мироощущение, связанное с вот этим православным движением, я хочу прочитать один текст из древнего потерика об Ависе очень часто цитируемый текст как некий нормативный. Звучит так: Когда преподобный Сусой лежал на смертном одре, окружавшие старца ученики увидели, что лицо его просияло. Они спросили умирающего, что он видит. А сысой ответил, что он зрит святых пророков и апостолов. Ученики спросили, с кем преподобный беседует. Он сказал, что пришли ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. «Тебе очень нет нужды в покаянии», — возразили ученики. Но преподобный Сысой по своему великому смирению ответил, «Поистине, я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего. После этих слов лицо святого Авы просияло так, что братья не дерзали на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит самого Господа, и святая душа Его отошла в Царство Небесное. Обратите внимание, святой человек, да, который видит апостолов, который видит пророков, который беседует с ангелами, который видит самого Господа, лицо которого сияет так, что на него невозможно смотреть, и его самоощущение. Поистине не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего. Вот это вот нормативное состояние в православной церкви, это то, к чему, в общем-то, православный человек должен стремиться, или по высказыванию другого отца, держи свой ум в аде и не отчаивайся. То есть вот это вот ощущение собственного недостоинства, которое, кстати, и вырабатывается с помощью вот, в том числе и попыток делать дела и всего остального, вот это вот ощущение собственного недостоинства, в конце концов, и спасает человека. На практике не так много, может быть, православных реально ощущают собственные недостоинства. Если вы будете беседовать не слишком выцерковленными православными, то вы обнаружите, что у них мироощущение совсем не православное по своей сути. Не выцерковленные православные, в общем-то, испытывают такой особый оптимизм, что «ну я же православная, а вот все как-нибудь получится». Это чрезвычайно распространенное чувство, но с православной точки зрения это неправильное чувство. С православной точки зрения должно быть другое чувство, вот такое вот сокрушение, ощущение недостоинства. И чем ярче оно проявляется, тем фактически ближе человек к спасению. Или по-другому, чем ближе человек к спасению, тем меньше он ощущает, что он к этому спасению приблизился. Вот такая вот некая православная раздвоенность. Эта православная раздвоенность не универсальна. И у некоторых отцов можно даже встретить такие, может быть, чуть-чуть напоминающие протестантские тексты об уверенности в спасении. Православные, обсуждают эти тексты, говорят, ну это отцам можно было, а мы вот все-таки должны испытывать свое недостоинство. Но в большинстве случаев в норме вот это вот недостоинство, оно важно. Теперь... Что касается ну, дальнейших усилий человека, то э, усилия человека и вот это вот недостоинство и все э, во многом направлены на то, чтобы бороться со своими страстями. Вообще, когда вот мы время от времени произносим слово «святость», «святой», «человек, достигший какой-то святости», может быть, мы еще не давали хорошего определения. А определение святости – это достижение бесстрастия. Вот когда человек справился со своими страстями, когда он не руководствуется больше страстями, когда он достиг бесстрастия, это неплохой показатель того, что он продвинулся. Сокрушение остается, но вместе с сокрушением приходит и бесстрастие. Вместе с бесстрастием приходит и некая возможность видения Бога, сначала видение Бога в творении, потом, может быть, помните у сихастов особенно, и такое более непосредственное боговидение. Еще вот это же движение человека по пути обожения, вот это вот достижение человеком надлежащего состояния, в православии часто описывают другим языком, другими терминами, как стяжание Духа Святого. Но ну, особенно часто, когда говорят о стяжании Духа Святого, вспоминают Серафима Саровского, его знаменитые диалоги с Мотовиловым. Просто одна фраза из этих диалогов. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего. «Позже и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело – суть средства для стяжания Святого Духа Божьего». А, можете интереса ради почитать вот эти вот общения Мотовилова с Саровским. Там помимо вот таких наставлений о стяжании Духа Божьего есть еще любопытное описание, как это ощущается – когда вот сам Саровский, и Мутавилов, они испытывают из застижания духа а, Святого и теплоту. А, такую, как прям в бане, когда плеснут воду на каменку, и запах, который лучше запаха духов в хороших салонах, и радость, которую не пишешь, и свет и все остальное, и вот это вот вот это ощущения, ощущение где-то вот ощущение, которых православные мечтают, к которым они стремятся, они тесно связаны вот с этим вот стяжанием. Так что с одной стороны сокрушение, но с другой стороны есть в православии какие-то другие описания, связанные с особыми и необычными чувствами. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы ⁇ это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvсеминари.com. И здесь нужно определенное предупреждение, которое православные постоянно делают. Предупреждение вот с чем связано. Может быть, вы тоже от православных услышите этот термин. Предупреждение, связанное с опасностью впадения в прелесть. Слово прелесть – это не что-то хорошее. А прелесть – это слово прельщение, или однокоренное со словом прельщение. Если вы... Знакомы с произведением «Властелин колец», помните, «Моя прелесть», да, это такое гениальное решение переводчика, который вот фактически православный термин вот в переводе вложил в уста горлом, и вот эта вот прелесть, именно в таком смысле, как во «Властелине колец», это такая особая опасность, которую должны осознавать православные, и... Распространеннейшие виды прелести – это прежде всего самомнение, когда человек слишком хорошего мнения о себе. Ну, как частный случай самомнения можно привести, что когда человек считает себя спасенным. Знаете, православные, беседуя с протестантами, впадают в некий шок, ну, если неопытные собеседники, да, когда протестант заявляет «я спасен», Потому что в православном учении заявление о том, что ты спасен, это как раз проявление прелести. То есть это значит, когда человек, который дерзает произнести, что он спасен, находится в очень плохом духовном состоянии. И, кстати, самая большая прелесть ⁇ это не осознавать, что ты в прелести. Да? Вот, прелесть есть у всех, но неосознание прелести ⁇ это совсем плохо. И вот человек не осознает прелесть, но демонстрирует ее словами, что он спасен, что категорически противоречит православной норме спасения, поэтому само мнение, какая-то игра воображения, обманы, самообманы, все это с православной точки зрения прелести, и с этой прелестью надо бороться, иначе никакого спасения у тебя не получится. И вот когда человек борется с прелестью когда человек через христианскую жизнь создает правильное состояние души, когда человек участвует в церковных таинствах, когда вот этого, когда он стяжает святого духа, он движется по нужному пути и есть шанс что когда-то дойдет, но, ну, конечно же, жизнь заканчивается, а путь еще не пройден полностью. И мы с вами уже упоминали, я просто повторю, что спасение, спасенность – это совершенство, когда все страсти побеждены, и тогда уже можно входить в рай. Но пока этого еще не случилось, человек при жизни как-то борется, умирает, процесс не закончен. И очень логично в православной системе, что и после смерти будет продолжаться какой-то процесс обожения. Обычно посмертный процесс обожения описывают как мыторство души, мыторство от слова мытарь, да, и, и так называю, человек проходит так называемые мытни, ну, что это типа мест таможен, мест сбора налогов, да, если обратиться к популярному в православной среде мытарству Блаженной Феодоры. Есть такое, такое произведение. Хотя некоторые православные оспаривают его подлинность, его даже православность, но оно сильно влияет на православное мировоззрение. Так вот, там и 20 мытень, посвященных разным грехам, которые есть в человеческой жизни. И вот человек проходит через эти мыторства. Ну, там, если по-моему, мыторством Феодоры и Добрые дела человека могут помочь, и молитвы за человека могут помочь. Зачем за умерших молиться? Ну потому что ему нужно пройти через эти мытни, и проходя через все эти мытни, ему нужно справиться, претерпеть, очиститься от грехов обожится в достаточной степени, чтобы войти в рай, потому что ну, на момент смерти же очевидно, никто, не, никто многие не обожены надлежащим образом. И вот поэтому за умерших в православии постоянно молятся сначала особенно 40 дней, чтобы они прошли через все эти мытния. Ну и потом, учитывая неопределенность посмертной участи православных, еще и продолжают так молиться и да с самого конца и до судного дня. Не православные сразу отправляются в ад, тут никаких проблем нет. А вот у православных есть еще надежда помучиться и, может быть, дойти, хотя гарантий тоже нет никаких. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.